Всем добрый день. И опять мы на даче. Опять повседневные хлопоты. Сломалась катушка на косе. Пришлось покупать. Вот. Купил такую катушку универсальную. Авто. Так вот поставил. Сейчас буду пробовать. Тут леска вставляется и крутишь вот за эту бабушку, она сама наматывается. Очень, говорят, удобная. Так. Буду пробовать. Вылил остатки воды, менял сейчас ведро. Вот любят они ковыряться. Что они там ищут? Я вот всегда лью сюда. Вот он ковыряется там. А эти тоже что-то там все ищут. Надо посмотреть, что они там сегодня нанесли. Так, а снесли они нам вот что. Что тут у нас? О, опять одно маленькое. 2, 3, 4, 8 штук. 8 штук. А ты что вскочила? Проветриваешь? Угу. Молодец. В этой еще выводка нету. Я не знаю, когда он будет. Вот-вот должны и нету. Зайцы-мальцы едят. Окажите. Покормил курей. Не знаю, что-то они все пытаются найти в этом комбикорме. Не знаю, что они там выбирают. Постоянно ковыряют его. Сегодня без ныряния ведра. Только так. Все, готово. Вот жду, пока эта удочка занесется. Уже прошло две недели, да, точно. Уже, наверное, третья идет. Она еще никак. Узика он снизу выпирает. Я думаю, вот-вот должна скоро начать. Кроликам перестал давать зерно. Чисто на траве сидят. Изредка даю, ну, сейчас вот курям давал кукурузу, сыпанул горсточку. Думаю, будет есть, смотрю, он молотит. Надоела им трава. Летом обычно они у меня на траве сидят, на одной. А вот зима, комбикорм, сено.
Что ты, кобелюка? А, лизун. Не надо мне лизать. Иди сюда. Малыш. Малыш. Ах ты, клевался. Мух ловят. Утки намылись, свалили в сарай. Там прохладно. Утки заметил, так он и клюются две штуки. Две вот есть гадины такие, которые клюются. Завтра буду подрезать клювы. Как хотите. Сегодня вот поставил им ракушку, купил. Сколько ж можно тут лысыми ходить? Я уже не знаю, как с ними бороться. Вот заметил, что вот две утки. Не знаю, почему они вот мимо проходят другие утята, они их начинают задевать. Вон, щиплет, гадина. Не знаю, уже отсадить ее, что ли. Вон, вон, вон. Вот они прилетели, аглоеды. Живут тут под стрехой. Вот. Кормятся тут. Ну ладно, жить же всем хочется. Пусть много не сидят. Все равно он куры половину рассыпают. Лук растет. Это что у нас, свекла тоже растет, морковка, капуста. Огурцы подрастают. Картоха. Клубничина. Солнышко. Походка сегодня вообще жарище. Жарище по невыносимому. Блять, утки верещат. Опять он щиплет их, а? Гаденыш. Что тут у вас?
начинает цвести наша роза. Как она правильно называется? Кустовая какая-то роза. Потом, когда она вся распустится, будет красиво очень. Пионы или как там их.